Всем привет, ребят! Посмотрели обзорчик, сразу же следом мы качаем Минотавра с новым талантиком на 8-8. Это будет просто, я чувствую, это будет просто огонь. У нас тут ремочка, сливаем нахрен эту ремку, поменять. Железная воля, ребят, железная воля. Охуеть, я его достал с одной коробки. Я, честно говоря, сам в ахуе, как мне так повезло. Просто тупо с первой тычки сразу же талантик. Это просто, блядь, это просто охуительно. Вы никогда не видите, что я бомблю. Я бомблю на китайке на подземках и бомблю, когда вот такое вот везение, оно тоже бывает, не хватает. Его сливаешь кучу всего и ни хрена не падает. А тут с первой тычки. Талант. В первые 10 секунд битвы герой увеличивает атаку на 30%, получает иммунитет к оглушению, страху, эффектам, снижающим энергию. Он у нас сразу будет стоять ремочный. Ставим его в крит. И идем. Давайте кого поставим. Поставим ангела. Слоник ему уже не нужен, по сути. Смотрим на него. Вот такой вот вокруг него щит. Стрелок вообще похрен. Похрен. Вообще все, на все насрать, ребят. На все насрать. Это просто жесть. Теперь эти вертолетики меня, бля, просто... Он себе ударил. Сейчас мы найдем какого-то топа и просто заебеним его. Теперь можно смело просто брать одного Минотавра. Так. У меня тут хранители, конечно, интересные. Сейчас я поставлю ремочку. Так, есть. Дальше герой. Ставим кого? Купидона. А Купидон с ремкой. А, ворожея. Давайте ворожея уберем. Убираем. Так, раз, два, три, четыре. Вместо некросика поставим кого бы поставить. Ну, поставим всем. Все. Вот такая, ребята, у нас сборочка. Он не прокачан еще. Смотрим на него, идем в топ. Идем просто, я чувствую, это сейчас будет просто разъебать. Сейчас похрен будет на любую вашу расстановку, на прокачку героев. Просто заходит к вам какой-то нубас с Минотавром и разъебывает вас. Вот так вот. А, я хранителя не резнул. Сейчас, сори. Сори, бро. Я забыл про тебя. Вот есть. Я не знаю, как на тыковке, но на тыковке это тоже, походу, будет охрененно смотреться. Можно будет просто пиздячить тыквой всех нахрен. Кидаем. Минотавра. Вот сюда. Сюда всех баферов. Вот смотрите. Он просто идет и сразу же бьет. Все, насрать на стрелка, насрать на ваш деф, блядь, насрать на все просто, ребят, это просто пиздец. Вот скажите, вы хотите, чтобы было такое развитие игры, когда твоя защита вообще нихуя не играет никакой роли? Вообще просто, блядь, похрен все. Вот смотрите, кидаем его сюда и кидаем вот этих всех. А, его слили. Очень много урона получил, бедолага. А, сейчас, подождите, я еще поставлю. А, знаете, кого мы ему поставим? Мы ему поставим сейчас карася, чтобы он быстренько бежал. Или даже не так. Вот так сделаем. А потом сразу же посмотрите... Что это будет за хрень? Вот так сделаем. Дальше. Поставим карася. На подземках, ребят, это просто жопа. Мы до подземок сейчас дойдем. Но я просто покажу вам на топах. Это пятерка просто, не прокачанная. У меня просто нет слов. Это просто мега удача, что мне он упал сразу же. Причем упал. Я очень хотел его на Минотавра получить. Вот идем. Вот. Топ есть, да? Еще один. Кидаем. Так, давайте так. Минотавр. Ай-яй-яй. Не получится так.
Надо без Некроса либо со стрелком найти. Ладно, давайте в рейдах поищем. Ну вот, какой такая расстановка. Стрелок, прочая хрень. Раз, два, три. Заебись, тест. Так, хорошо, сейчас еще разок. Я просто не хочу сейчас выставлять всех героев. Так, давайте вот так вот. Вот он идет. Вот побежал стрелок. Опа! Он ударил. И он дальше идет. Ему пофиг. Как видите, ему просто пофиг. Никакой не разброс не действует. Максимум, что теперь будет действовать, это ара. Вот седна. Вот малышник, может, еще застанет. Согласен. Но смотрите, 10 секунд. Он просто, блядь, идет и просто унижает. Я не знаю, что теперь делать. Это и плохо, и хорошо. Плохо то, что подземки теперь можно просто зафармить, от них уделать. Плохо то, что на БГ теперь нахрен не нужен вообще никакой деф. Можно просто забыть. Я единственное, что они просто битву гильдии хоть как-то там поменяют, сделают лучше. Вот давайте вот, ну давай. Ставим ворожей и ставим тыкву. И просто с вами идем в подземку, начиная с Минотавра. Где там моя ноба тыква? Вот такая вот тыква. Какую там идем? 7. Идем в 7-ю сразу кошмарку. 7-10. Ну, конечно, я как обычно красавчик без магии могу зайти. Так. Магия. Раз, два, три, четыре. Есть, да? Побежали. Так, последнее время что-то все равно не настраивается. Ну хорошо, ладно. Раз, два. Выпускаем всех, начиная с Минотавра. Он ударил. Раз, два. Вот он второй раз ударил. Два удара у нас уже есть. Сразу же два удара. Тут, конечно, автопрокеры, но сама суть. Если мы возьмем сейчас сюда Анубиса, ну, то есть тут... Эта подземка и так проходится. Сейчас. Я потом уже отдельно видосы с ним позаписываю. Давайте вот эту подземку попробуем. Делаем. Пойдем начинать с тыковки. Раз, два, три. Ну, Купидона слили. Но Минотавр раз ударил. Он дальше, ему пофиг, он от стана. Вот он второй раз ударил. 20%, ребят. 20%, 28, 31. Ну что я могу вам, с 34% это мы просто похуесически зашли, там без питомцев, без всего, без артефактов расстановленных. Мы просто зашли и набрали на этой подземке 30%. Ну что я могу вам сказать, вы сами все видите. А теперь это не максимум. Теперь качаем талант дальше, посмотрим, какие у него дальше будут атрибуты. Минотавр, герой, алтарь. Я чувствую, это будет просто огонь. 12 секунд, ребят, 12 секунд. Увеличение по времени 12 секунд. 14 секунд. 18. Я просто хуею. Нахрена теперь бог войны? Зачем? Делаем лайфхак. Берем 10 рун. Я готовился просто к этому таланту. Я просто собирал. Бух! 18 секунд, 90 атаки, иммунитет к оглушению, страху, эффектом снижающим энергию. Это просто пиздец. Одним словом. Смотрите. Стрелок, да, там бегает. Ну, тут могут, конечно, его подслить.
Некрос может ёбнуть. Ладно, не будем. Надо найти базу там, где есть стрелок и далеко здание. Чтобы вы увидели, что это будет такое. Вот есть стрелок. Смотрите, 18 секунд, ребят, 18 секунд. Но у нас тут, конечно, его сольют. Понятно все. Значит, мы не так сделаем. Мы сейчас на кого-то заагрим. Заагрим на хранителя. Это просто пиздец. У меня просто нет слов. Вот давайте вот так вот сделаем. Нет, тут не будем. Блин, хочется какую-то хорошую расстановку зайти, чтобы нормально захреначить. А вот тут. Ладно, похрен, поехали. Вот тут некрас. Все! Просто все. Просто нахуй. С одного, блядь, захода просто выпустил всех вместе. И Минотавр ударит в любом случае. Ему надо просто выжить. Ну как, ну скажите, блядь, какая теперь это будет битва гильдий? Вот стрелок есть, вот хорошая вроде расстановочка. Кидаем его здесь, выпускаем здесь всех остальных. Блядь, слили. Его, конечно, будут убивать, ладно. От этого никто не застрахован. Ну, вы увидели на предыдущем. Смотрим тут. Бум. Ну, это такие расстановки, которые... Не особо там. Сейчас надо найти что-то интересное. Вот есть стрелок, малышник. Давайте загрем на хранителя. Сюда кидаем Минотавра. Видите, его просто Фрейя садит, потому что у него жизни маловато. А ну-ка, Седна. Ну, опять она его дослила. Ну, суть не в том. Он может себе свободно сам бегать. Ему насрать на стан. Просто насрать. Идем вот так вот. Всем один. Вот такая у нас подземочка тут. Делаем вот так. Раз, два, три. Он ударил. Раз. А тут малышеники, конечно. Ну, добили. Жалко. То есть вы видите, он не станется вообще. Ему просто похрен. Я просто в ахуе, ребята. Просто я могу там одно и то же говорить, но у меня просто шок. Нахуя вводить такие таланты, которые просто вводят дисбаланс в игру? Это полный трэш. Полный дисбаланс. Идем еще раз на 7-10. Попробуем с тыковки зайти. Ну, конечно, заход тут так не делается. Без всякой хрени. Ну, идем вот так вот. Один раз ударил. Второй раз ударил. Третий раз сейчас ударят. Если Седна, конечно, его резнет. Но она его не... Третий раз ударил. То есть... Вы с обычным Минотавром... Сейчас возьмем Бога войны... Он просто у вас сейчас будет на этой подземке стоять и нихера не сделает. Это просто, блядь. Айджи, я не знаю, что вы там курите, но что вы делаете с игрой? Вот, кидаем магию, кидаем все. Ну тут, конечно, этот. Вот, его заморозили, там застанили. Он станется, все, это уже не то. А тот себе просто херачит и набирает энергию. И самое основное, самое, как бы, самое основное, у него нету, у него иммунитет, а точнее этот мы же не поменяли, его иммунитет к снижению энергии. Это просто жопа. Я не знаю. Теперь только Ара, но Ара это, блядь, это ни о чем. Против Ары есть, допустим, в тот, ну, тот же самый Ворожей, который снимет молчанку сразу же, Валька есть, которая еще усилит. Поэтому вот так вот, ребята, это просто пиздец. Давайте откроем коробочку какую-то следующую, посмотрим, что у нас там упадет.
А вы бомбите. Вы просто бомбите в комменты. Так, стойкость нам не надо. Ремка. Ремку давайте одному хрону вцепим. Так, вцепим ремку хрону. С утеканием. Так, есть. Дальше. Бум. Бастион, 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 бастион. Кому я хотел бастион потестить? Я уже даже не помню. У меня вроде так прокачаны все. Плюс-минус. Так, ремка. Стойкость. Ну, давайте сюда бастион поставим пока временно. Поехали дальше. Делай трэш-контент. Берс нахрен не нужны. Тяжелый удар нет. Сука, есть, блядь, нахуй. Вот так вот надо, блядь. Еще один талант, железная воля. Еще один невъебический, просто невъебический талант. Это просто пиздец, ребята. Я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Это просто, блядь, я в ахуе. Честно говорю, я просто в ахуе. Я даже не знаю, кому ставить его. Просто, блядь. Нет слов. Можно поставить, кстати. Ворожаю. Подумаю, ребята, подумаю насчет ворожая, наверное, все-таки. Пишите в комментах, напишите, как вы думаете, на кого, какого героя еще подойдет. Я вечером уже освобожусь, приеду и буду трешевать. Надо хорошенько обдумать. Но это просто пиздец. Я в ахуе. Настолько сегодня прет. Все, подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки. Ждите следующего видоса. Это пиздец.